Решил я, значит, сделать эксперимент над своим организмом в плане употребления сахара в чистом виде, в чае, в кофе, отказаться от выпечки, хлебобулочных изделий. И вот уже прошло 3 недели. И за эти 3 недели организм привык пить чай, кофе без сахара, с сухофруктами, финиками, бананами. Существует огромное количество, огромное множество разных сушеных фруктов, ананасов, папайи, манго и всего остального, что может заменить сладость в прямом виде в чае, в кофе. И в связи с этим хотелось бы отметить одну такую закономерность. Масса тела без употребления в больших количествах сахара начала резко снижаться, плавно, по 2 килограмма, по 1,5 килограмма в неделю. Но, тем не менее, масса снижается. Чувствую себя вообще превосходно. Есть большая альтернатива сахару в виде орехов, сухофруктов, всяких сладких смесей и всего остального, которые очень даже легко заменяют сахар в организме. Бананы вяленые — полная дичь. Как раньше я их мог есть, не понимаю. А вот сушеные бананы в виде чипсов, просто высушенных, вот это, конечно, вещь. С сухофруктами к чайку. Опять же, булки все, пирожки сладкие, варенье ни в коем случае употреблять не нужно. Все это лишняя нагрузка на ваш организм. Куда полезнее съесть борщ либо суп без сухарей всяких, хлебобулочных изделий, в которых есть дрожжи, в которые добавляется тоже сахар в неограниченном количестве, особенно в булке. Вот, поэтому лучше брать хлебцы здоровья, разные пенопластовые хлебцы и, соответственно, их аналоги, ржаные хлебцы там. Вот. Ими точно так же наедаешься, из них точно так же можно приготовить и бутерброд, намазать каким-нибудь сыром, положить какую-нибудь колбасу. В общем, ни в чем себе не отказывая, кроме 2 вещей, сахара и хлеба, вы свой организм меньше нагружаете. Питаетесь, как и раньше, исключив всего лишь навсего 2 продукта, и прощаетесь с лишними килограммами. Вот. Как-то так, такой вариант. Еще заметил такую вещь, что вкусовые рецепторы полностью меняют все мировоззрение вкуса. И сырная тарелка вечером к чаю без сахара будет намного вкуснее и интереснее. И по вкусовым своим качествам больше раскроется, чем раньше. Кто хочет в этом убедиться, ну, милости прошу, 3 недели без сахара, и потом расскажите о своих впечатлениях. Можете написать в комментариях. Многие люди до сих пор пишут о том, что они и раньше не употребляли сахар, либо в очень ограниченных количествах. Я и сам в основном пил чай с сахарозаменителями, такими как Нутросвит, там разными глюкозосахарозами. Но это очень чревато и печально отразится на вашей поджелудочной, на печени и, опять же, на всем вашем здоровье. Если вы хотите ощущать легкость в теле, энергию, то снижайте уровень сахара в своей крови. Много разных статей на эту тему.
найти. Вы можете их в описании к этому видео, можете самостоятельно изучить данную тему, бороздя просторы интернета. Ну вот, но то, что новые ощущения, непривычные, красочные, от любой пищи, от любых добавок. Даже тот же самый соевый соус, который вы добавляете в макароны, в лапшу, по-новому заиграет, если вы не будете употреблять сахар. Вам нужно будет в два раза меньше количество соевого соуса в макаронах, для того, чтобы ощутить его вкус, насыщенность, его соленоватый оттенок. Вот. Точно так же и с соусами терияки. Ну и соответственно для всех любителей, которые любят что-то новенькое, могу порекомендовать такие вещи, как сырная лепешка, даже с холодным сыром внутри, не разогретая. Потом чебурек с творогом и укропом, который по-новому играет, опять же, в свете того, что вы не употребляете сахар. Ну и, соответственно, вишенка на торте, на импровизированном таком, это яблоко с морковкой. Обычное яблоко с морковкой, перетертое на ночь без сахара. Пробуйте, меняйте свою жизнь к лучшему, меняйте свое мировоззрение, свои привычки. Хуже от этого точно не будет. Ну а полезность отказа от обычного сахара в рафинированном состоянии там, либо просто в песке, доказано уже не один раз. Всем пока, подписываемся на канал, ставим лайки.